А это у нас господа Пеймяковы из Питера приехали. Снега не видели. Да, соскучились по снегу. Во, 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 отлично. Говорят, два мешка с собой хапнем, увезем в Питер. Три. На таможне нет. Сегодня 4 января. Праздники застольные прискучили, надоели. Начали люди выходить потихонечку на улицу. Кататься. Играться. Бегать, прыгать и скакать. С горки быстрой поезжать. Вот наши зимние пенаты. Здесь мы проводим зимние каникулы. О, поехали. Я на видео снимаю. Пошумите, покричите. Руками, ногами пошевелите. Гера на вас посмотрит. Скажет, что это они, совсем что ли? Кукушечки наши. Вот это Ромахина у нас зимой. Зимние забавы. Снежное покрывало накрыло нас плотненько. Стало хорошо. Все белым-бело. Вот. Собачки играются. Собачки играются. Товарищи ромахинцы. Против света темновато. Встанем мы по свету. Да, Гера у нас здороваться умеет. Умеет такая Гера у нас здороваться умеет. Это же у нас леди. Леди, бэйби. Маме отправь. Каскадеры, каскадеры! Осторожнее, давайте! Ну вот! Прокатились! Дюй-дюй! Детский садик приехал у нас. Детский садик приехал у нас. Ну что, замерзли? Нет. Поехали в лес прокатиться. Там ветра поменьше. Двухдневный отдых у товарищей господ Пермяковых заканчивается. Они собираются потихонечку и дотались на снегоходах, а там на машинах. Первый пошел.
Второй тоже пошел. Ну давай, ребята, с Богом. Ну а мы пешочком пойдем. Нам спешить некуда. Пошла последняя партия. Всего хорошего, давайте. И вот так вот по вешкам дорога у нас обозначена вешками. И так накатывают твердый наст и по нему ездят нормально. Ну все, пошли топить баньку и переходим к водным процедурам.